Международный фестиваль современной этнической музыки «Спирит Астана» стартовал в столице. Представители из разных стран, в числе которых Грузия, Венгрия, США и другие, выступают под открытым небом у монумента «Байтерек». Музыкальная программа 14 коллективов рассчитана на 2 дня. Казахстан представляют этно-рок-группа «Тиграхаут», диджеи Роман Бажанов, Рустам Оспанов и другие. Стоит отметить, что Астана впервые принимает этот фестиваль. Раньше, на протяжении 4 лет, он проходил в Алматы. Музыкальный контент евразийского континента – это драгоценные камни мировой культуры. И вот задача нашего фестиваля – сделать так, чтобы это стало известно всему миру. И для нас честь проводить фестиваль «Спирит Астана», который, мы надеемся, станет ежегодным. Мы очень довольны, мы вообще переживали, что в Астане в будний день мы не наберем аудиторию. Получилось так, что аудитория собралась в среднем, выше среднего. Люди очень хорошо реагируют,